Сегодня 14 июня 2013 года. Ну, мы поехали, какая дорога по карте показалась хорошей. Из Белграда на Бухарест, в Румынию. Долго плутали, возвращались. Ну, вот тут остановила милиция. Я думаю, чем они тут капотажем кустом? Вокруг международная какая-то гонка велосипедистов. И вокруг вот все машинами забито. Остановили, чтобы не задавили велосипедистов. Два проехали впереди, видать, эти, которые держат первенство. А остальная масса-то где-то отсутствует. Вот сколько людей тут понадобилось. И проезда никакого нет. Что-то мы там остановились, но это Сербия еще. Она не закончилась. И вот посмотрите, как они живут. Пила у них, вот какие здания. Резко отличается от того, что мы видели. Зрение других, вот дом такой, дальше с ними рядом, покажи, направо. Дом, который вот он, ну поверни туда он. Видно, что. Живут люди по-другому, чем мы проехали где в Австрии, Вена. Резко отличается. Ну, работают, видите, у них тут лесопилка своя пилит. Мне выдали грамоту сегодня, похвальную, это, так сказать, благодарность в Белградской библиотеке. Ну, есть некоторые слова там непонятные, слово благодарность и одновременно слово какое-то вредное. Я пошел искать, кто понимает по-русски, по-сербски, и, наконец, наткнулся, маломальски могли перевести, но я не доверился одним, а пошел другим и передавать. Я бумагу-то посмотреть. Они отвечают как дающие диплом за обширную и всестороннюю работу. То есть какое-то такое слово, включающее в себя несколько значений. В действительности, я дома уже по словарям могу только проверить здесь. Вот мы сегодня мы думали проехать в Бухарест и на Софию направиться. Но потеряли мы просто возможность эту. Вот сейчас под поверни стоят ребята тут из Румынии. Они туда тоже едут. Это... Вы там живете? Бухаресте. У вас там какая вера в основном? Как, христиане или мусульмане? Не, христиане. Христиане. И тоже христиане. А, карди. Вот так. А там православные храмы есть? Православные? Православные. 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 Батюшка у вас есть, священники, которые там молятся. Да. А это католики так молятся? Да, католики. Католики. Ну вот. Господь лишь там благословил проект, но мы не знаем дальше, что тут будет. Надолго задержали, не надолго. Ладно. Все, хорошо. На дорогах более, может быть, сотни машин уже набралась, только в одном. Если уже узнал бы, что такое есть, никогда бы не стал в соревнованиях участвовать. Потому что этим самым задерживаешь людей. Чего не желаешь себе, того другим не желаешь. Это международные гонки какие-то. Сколько людей потеряли, много часов, и мы стоим. Сегодня были бы мы уже из Белграда в Бухарест и могли бы на Софию пойти. Вот они. В Сербии перекрыли дороги, велопробег, перекрыли дороги для автомобилей. Вот мы здесь и находимся.
стоим и ждем. Это перед границей с Румынией. Ехали мы на Бухарест. Бухарест – столица Румынии. И вот полицейский нас остановил. Вот сколько есть здесь. Как саранча. Международный велопробег. Bicycle track. Так полицейский нам сказал. Bicycle track. Ой-ой-ой, сколько. Румынские не видишь? Катюша. Катюша.